В европейском регионе наблюдается тревожный рост заболеваемости корью. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. В период с января по октябрь прошлого года в 40 из 53 стран региона было зарегистрировано более 30 тысяч случаев кори. Это в 30 раз больше, чем за весь 2022 год. Эксперты ожидают, что болеть корью будут еще больше европейцев, если не принять срочные меры для предотвращения распространения заболевания. Эксперты призывают европейцев вакцинировать своих детей от этой болезни.